22 апреля 2016 года в актовом зале ЧГПУ состоялся финал 16-й городской интеллектуальной игры для школьников «Русский мир», посвященный 160-летию окончания Крымской войны. Эта игра – совместный проект Челябинского государственного педагогического университета и Комитета по делам образования города Челябинска. В течение всех 16 лет в подготовке и проведении игры принимают участие педагоги, сотрудники ИДТПП, а также студенты, многие из которых сами, будучи школьниками, играли в «Русский мир». В первую очередь для меня «Русский мир» – это, конечно же, одно из самых ярких воспоминаний школьной жизни. Отчасти, может быть, поэтому я выбрала исторический факультет нашего университета. В настоящее время мне посчастливилось стать частью того, что когда-то стало частью моей жизни, а именно игры для школьников «Русский мир». В этом учебном году в играх приняло участие более 2000 учащихся из 90 школ города. Победу в младшей возрастной категории одержала команда 26-й гимназии, а в средней и старшей – дружины 35-го лицея. Все команды были награждены дипломами, а участники и учителя-секунданты – книгами. Командам-победительницам были вручены переходящие знамена игры и статуэтки Георгия Победоносца.